Я уже видел пару закрытых... Вы верите опросам? Я не верю опросам. Но я верю больше закрытым опросам. Угу. Почему? Потому что их не выставляют, и там более-менее цифры. Показывает у многих, что есть второй тур. Показывает то, что я расту, потому что люди узнают Адриана Албу. Показывает то, что у ПСРМ остается самое большое доверие на левом фланге. И мы будем дальше это форсировать. Мы должны это делать, потому что если мы будем ждать в окопах, это нехорошо. Это никогда хорошим не заканчивается. Всегда есть надо наступать. Вероятность, что во второй тур выйдет и Йон Чебан, и Адриан Албу, насколько велики? Я скажу так. Время покажет. Я буду работать. Еще три недели. Три недели. Вы знаете, еще один момент, кстати. За три недели я разговаривал с одним человеком, который делает вот эти опросы. Я говорю, как вы думаете, кандидат no name? Потому что я являюсь, как вы говорили, кандидат без узнаваемости. Это большой был риск для партии. Согласен. Но также это является ходом, который показывает, что партия делает упор на новую кровь. И она не боится выставлять новые лица. И времени просто мало. Времени мало, благодаря изменениям, которые делают эти безграмотные ребята у власти. Но я уверен в том, что даже три недели не хватит для того, чтобы показать свое видение. И доказать гражданам, что та программа, которую мы построили вместе с командой, является не просто профессиональной, она является реальной для наших граждан. Поэтому я очень сильно надеюсь, что люди заинтересуются и прочитают ее.